Собчак призналась, что ее роман с Богомоловым начался с неприятного инцидента. Ксения Собчак и Константин Богомолов оформили отношения почти 5 лет назад. Но лишь сейчас скандально известная журналистка призналась, что их отношения начались не на самой мажорной ноте. В сети до сих пор муссируются слухи, что Ксения Собчак закрутила роман с Константином Богомоловым, когда еще официально состояла в браке с актером Максимом Виторганом. Дескать, не просто так в начале 2019 года будто бы даже произошла драка между артистом и режиссером. Тогда в СМИ разразился громкий скандал. А уже в начале весны Виторган и Собчак объявили о расставании. Осенью Ксения вышла замуж за Константина Богомолова. Грандиозное торжество тоже не обошлось без пересудов. Жених и невеста подъехали к ЗАГСу лежа в катафалке. На самом свадебном банкете новоиспеченная супруга режиссера настолько фривольно танцевала, что, по слухам, смутила свекра со свекровью. We'll be right back.